Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Это новости на восьмом, а значит, ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. С вами я, Юля Рокотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Система здравоохранения в Приморье требует модернизации, а жители нуждаются в качественных услугах. Основные задачи по развитию медицины обозначил глава региона на встрече с главврачами. Дворы Владивостока приводят в порядок. Их ремонтируют на условиях софинансирования по программе формирования комфортной городской среды. 95% средств выделяет муниципалитет и 5% средств выделяет управляющая компания. Депутаты проголосовали за детей войны. Приморские парламентарии приняли новый закон. Он вступает в силу уже 3 ноября. Также в выпуске Олег Кожемяка рассказал о своем самовыдвижении на должность главы Приморья в Рио губернатора, встретился с журналистами. Еще расскажем, корреспондент 8 канала заняла первое место в конкурсе Банка России. Катерину Матвееву назвали самым финансово грамотным журналистом. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Повысить выплаты за рождение детей и понизить ипотечную ставку для дальневосточных регионов поручил президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета. До 30 декабря текущего года правительство России должно принять дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке. Речь идет о повышении размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделении средств семьям при рождении второго ребенка, осуществлении выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей. Средства дальневосточным регионам будут выделены из федерального бюджета. Также правительство должно обеспечить снижение ставки ипотечного жилищного кредита для семьи с детьми. Полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев отметил, что увеличение численности населения является стратегической задачей. Если не будет людей, то не будет никакого опережающего развития региона. Он заявил, что правительство будет предлагать еще новые и новые решения и добиваться того, чтобы Дальний Восток развивался, становился перспективным для бизнеса и комфортным для жизни. Для того, чтобы люди хотели жить на Дальнем Востоке, у них должны быть для этого хорошие условия. Глава региона Олег Кожемяка встретился с журналистами после подачи документов в избирательную комиссию края. Он рассказал о своем решении идти на выборы самовыдвиженцем, а также обозначил главные проблемы и направления, на которые будет уделять внимание. Считаю, что Приморье нужен человек, который способен и может объединить и все партии, все политические силы для решения тех проблем, которые сегодня есть и накопились годами в нашем родном крае. Это и здравоохранение, и в образовании, и в социальной сфере, благоустройстве наших городов и поселков. Глава Приморья отметил, что каждый человек, который живет в крае и видит ежедневно обстановку вокруг, должен видеть изменения. Так Олег Кожемяка заявил, что все перечисленные сферы нуждаются в коренной модернизации и притоке новых кадров как в работе, так и в руководящих позициях. Он добавил, что желание людей сделать Приморье столицей Дальневосточного федерального округа совпадают со стремлениями федерального центра. Глава Приморья также обозначил план своей работы до выборов. Так Олег Кожемяка планирует посетить те районы, в которых он еще не был. Там он постарается вникнуть в проблемы, чтобы наметить пути их решения. Чтобы действительно люди почувствовали изменения, коренные изменения, почувствовали, что власть работает на местах, прислушивается к людям и, безусловно, учитывает их мнение. Это большая работа, мы знаем, как она должна делаться, и, безусловно, будем ее исполнять добросовестно, честно. Отмечу, Олег Кожемяка сам принял решение идти на выборы и лишь согласовал в системном порядке свое выдвижение у главы государства. Я иду как самовыдвиженец и будем опираться на все партии, которые предлагают хорошие программы, которым верят и доверяют люди. Он отметил, что партий много, но при этом для руководства края партийная принадлежность должна иметь наименьшее значение. Кожемяка добавил, что самое главное – это учитывать чаяния и нужды населения.
Обновление здравоохранения Приморья стало темой встречи Олега Кожемяка с главными врачами медучреждений края. На решение проблем в сфере медицинского обслуживания край получил от федерального центра почти 2 миллиарда рублей. Какие задачи необходимо решить медикам в первую очередь и как преодолеть отставание в охране здоровья жителей края, эти и другие темы обсуждались на встрече. Побывала на ней и моя коллега Светлана Садовая. Главные врачи больниц и поликлиник со всего края, представители Минздрава России, Росздравнадзора, Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Уже на первой встрече с главой региона Олегом Кожемяком в Большом зале администрации Приморья озвучили основные задачи по развитию здравоохранения в крае. Ситуация такая, тревожная. На чем это сказывается? Да, там совмещенка 1,55, да, то есть где-то мы пытаемся выровнять себе так по заработной плате в отношении указов, но качество же услуги мы не можем предоставить человеку, так как нет этого специалиста. И у нас, соответственно, охват вместо того, чтобы на участке там 1800, где у нас 4-4,5 тысячи приходится на одно вот число врача. А с учетом того, что это еще и территории, где-то различные населенные пункты, к чему это приводит? Конечно, приводит к показателям самой высокой смертности по органам кровообращения, по органам пищеварения, онкология, легочные заболевания, туберкулез. Говорить о проблемах приморского здравоохранения можно долго. Это и нехватка бригад и машин скорой помощи. Врачи вынуждены выезжать даже на непрофильные вызовы. Устаревшее оборудование, годами не ремонтированные помещения поликлиник и больниц, кадровый голод, низкая заработная плата. В короткие сроки решить все не получится. Нужна системность и поступательное развитие. С этим согласны все врачи. Мы обслуживаем отдаленные районы Владивостока. И к нам постоянно поступают просьбы приблизить медицинскую помощь именно к этим отдаленным районам. В частности, 71 микрорайон, 71А и зеленый угол, которые сейчас очень активно расстраиваются, ну и, соответственно, будет сейчас увеличиваться, ну, мы, по крайней мере, ожидаем увеличение населения. Проблема состоит в том, что у нас на той территории нет помещений. Для удобства жителей отдаленных районов Владивостока глава региона предложил открыть филиалы поликлиник в каждом из них. А у нас 142 тысячи инвалидов. Если бы реабилитация была организована должным образом, примерно 30-40% из них были бы людьми без нарушения функциональных кондиций. И у меня большая просьба. Нам в крае нужно организовать особенно второй этап стационарной реабилитации, ну и третий тоже амбулаторный, как взрослых, так и детей. Вот Павел Юрьевич говорил, что на следующий год или к концу этого года можно будет выделить примерно 50 миллионов, по нашим подсчетам, рублей для того, чтобы дооснастить наши медицинские учреждения, и они могли бы получить лицензию по медицинской реабилитации и уже приступить к эффективной работе. С момента начала своей работы в Приморье Олег Кожемяка уже успел добиться от федерального центра финансирования почти на 2 миллиарда рублей в счет погашения долгов медицинских учреждений. Сегодня, по словам главы региона, в крае уже разработан комплекс мер, которые позволят привлечь специалистов в систему первичного звена. Это подъемные до 500 тысяч рублей, компенсации услуг ЖКХ, доплата за аренду квартиры до 15 тысяч рублей, доплата к окладу. Одним из решений слета стал также пункт о необходимости консолидации усилий профессионального медицинского сообщества для того, чтобы Приморский край смог преодолеть отставание от других регионов. Светлана Садовая, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Семейный праздник «Мы выбираем жизнь» состоится во Владивостоке. Его проводит благотворительный фонд «Инсульту нет». Мероприятие посвящено Всемирному дню борьбы с инсультом. Оно состоится 27 октября с 12 до 14 часов в торговом центре «Дружба» на Русской. В программе интерактивные игры для детей и взрослых, сладкие призы, шоу-программа, полезная информация, которая поможет сохранить жизнь вам и вашим близким. Организаторы приглашают всех желающих. Узнайте, что такое диагностика «Удар». Парламент Приморского края проголосовал за закон о детях войны, инициированный в Рио губернатора Олегом Кожемяком. Теперь жители Приморья, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, смогут получить дополнительные выплаты и компенсацию ряда расходов. Подробности у Катерины Матвеевой.
Закон о детях войны принят краевыми депутатами и уже 3 ноября вступит в силу. Долгожданный во всех смыслах закон поможет нескольким тысячам людей, чье детство пришлось на период, когда страна боролась с фашизмом, а потом восстанавливала разрушенное хозяйство. Законопроект был лично внесен и представлен Олегом Кожемяко на сессии парламента. В своем выступлении перед законодателями глава региона подчеркнул, что дети войны создавали Приморье, развивали все его отрасли и должны быть вознаграждены за свои усилия. Вообще, где я работал, мы всегда начинали с этого закона, потому что уважение к старшим – это непреложное правило и для нас, для молодежи. И отдавая дань уважения к старшим, к нашему прошлому, мы таким образом формируем повестку и будущего. Вот, и это целостность государства, целостность тех устоев, которые в нас заложили наши отцы-деды. Несколько лет выплаты детям войны обсуждали представители различных общественных организаций, однако лишь Олегу Кожемяко удалось довести дело до конца. Эта категория граждан будет получать 50% компенсацию оплаты услуг ЖКХ, пользоваться льготами по транспортному налогу. Им гарантируют первоочередное поселение в пансионатах, социально-оздоровительных центрах, домах-интернатах для престарелых, компенсацию взносов за капитальный ремонт, ежегодные денежные выплаты к праздникам, Дню Победы и окончанию Второй мировой войны. Дети войны – это такое поколение, которые прошли годы войны, холод и голод. Поэтому, конечно, мы ждали, хотя в законе о ветеранах наших нет, а нас статус «Дети войны» не принят. Поэтому мы ждали, что губернатор Приморского края примет такой закон, так как во многих уже регионах такие законы были приняты. Действительно, федерального закона о детях войны нет. Однако региональные власти могут инициировать законопроект на местном уровне и оказывать помощь социально незащищенным слоям населения и средств местного бюджета. В России эту помощь детям войны оказывают из 85 только в 21 субъекте федерации. Теперь и Приморье входит в этот перечень. Довольны то, что сейчас вот статус появился регионально, по крайней мере. В первую очередь, льготы не такие уж и большие, а ни у кого больших льгот нет. Вы думаете, у ветеранов войны большие льготы там или еще у кого-то? Ветеранов войны нет. Вот здесь, я считаю, должно быть морально, что людей признали, что есть такая категория. Вот в этом отношении. Ну и вот материально там определенные льготы есть, это тоже очень хорошо. Но это, я считаю, только начало. Только начало. Надо обязательно бороться за то, чтобы был, значит, статус, был закон. Вот именно дети войны, вот как есть закон о ветеранах, вот здесь все четко расписано. Пока это только региональное. Детей войны во Владивостоке около 40 тысяч человек. Всего в Приморье их более 112 тысяч. Старшим представителям поколения сейчас уже 90 лет, младшим 73. Это люди, чьи судьбы опалены войной. Свои первые шаги они делали под вой сирен в непростые годы Великой Отечественной. И события тех лет до сих пор стоят перед глазами. 3,5 года мне было, когда началась война, ну и блокада, собственно говоря, через месяц. И пробыла я в Ленинграде блокадном 7-8 месяцев. Несмотря на то, что было 3,5 года, такой маленький ребенок, я увидела основное, что такое блокада. Это холод, голод и смерть. И вот такие моменты я запомнила именно сама. Холод, например. Я себя вижу на кровати, закутанная во всякие там какие-то, вещи, одета очень много, потом одеяло и так далее, все, что можно на мне, все время как-то вот так сверху, чтобы потеплее. Холод, голод. Ну, вот два таких случая. Вот этот черный и знаменитый блокадный хлеб из там опилок, немного муки, горох и так далее. Я его совершенно не помню. А вот мама мне в какой-то момент дала белый кусок засохшей булки, сухарь вот такой. Какое-то даже впечатление, что это вот это французские раньше вот такие булки. Булочки были, кусок вот этот засохший. И это для меня, конечно, было чудом по сравнению с этим совершенно таким малосъедобным блокадным хлебом. Мама умирала, лежала такая умирающая, а я стояла, сидела там в этой кровати и все твердила: «Мама, хлеба, мама, хлеб».
мы спали на кровати вместе с бабушкой. И в какой-то момент я проснулась и бужу ее, она совершенно не откликается. И я позвала маму, мама подошла и, ну, сказала, что бабушка умерла. Простые горожане поддерживают закон и считают, что дети войны, так же как и ветераны, труженики тыла, заслуживают поддержки. Во-первых, они, как сказать, жертвы войны, правильно? Ну, а во-вторых, их родители воевали. Если там родителям досталось, пусть хоть детям достанется какие-то льготы. Конечно, им все надо, они там такое пережили, им надо всякие благи. Пережить такое, я думаю, что они заслуживают этого. Да, конечно, нуждаются. Государство должно оказывать поддержку населению. И, в принципе, правильно сделали, что приняли. Конечно, закон со временем будет дорабатываться. Сегодня на льготы имеют право только рожденные с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. И, предположим, те, кто появился на свет 4 сентября 1945 года, под действие закона не попадают. Ну и хотелось бы обратиться вот к детям войны, значит, чтобы они сейчас пока, ну, не волновались, лично не суетились. Вот, вы видели, ведь приходят и звонят, и какие льготы, и что. Закон, в общем-то, подписан. Сейчас он будет подписан губернатором, будет опубликован. Будет механизм реализации, за что отвечают пенсионные, за что социальщики. Вот, этот механизм реализации будет выполнять государственная структура, не советы ветеранов. Мы единственное, когда будет механизм реализации, у нас мы будем отвечать на вопросы и подсказывать. И никто не будет обойден. Есть надежда, что со временем перечень льгот будет расширяться. Так обсуждается компенсация средств на медикаменты, бесплатный проезд на городском транспорте. Но это пока лишь планы. В 2019 году на реализацию закона о детях войны необходимо 488 миллионов рублей. И эти средства в бюджет края будут внесены отдельной строкой. Катерина Матвеева, Алексей Заровный, новости на восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Дворы Владивостока ремонтируют по программе формирования комфортной городской среды в списке 21 адрес. Банк России назвал корреспондента 8 канала самым финансово грамотным журналистом. Выставочный проект «Метагеография» открылся в центре «Заря». Он реализован совместно с Третьяковской галереей. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «Санас» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «Санас». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами Юлия Ракоцкая, и мы продолжаем. Дворы Владивостока ремонтируют по программе формирования комфортной городской среды в списке 21 адрес. Банк России назвал корреспондента 8 канала самым финансово грамотным журналистом. Выставочный проект «Метагеография» открылся в центре «Заря». Он реализован совместно с Третьяковской галереей. Дворы Владивостока обновляют асфальтовое покрытие. Придомовые территории города рабочие ремонтируют в рамках программы формирования комфортной городской среды. Этот проект – возможность общими усилиями управляющих компаний, администрации и самих жильцов обновить свой двор максимально качественно и в короткий срок. Подробности у Максима Яковлева. Придомовая территория на Гульбиновича, 13, не знала ремонта уже почти три десятка лет. Раиса Санеева поселилась в многоэтажке сразу после строительства. Говорит, что в последние годы по двору не то что проехать, пройти было трудно. Теперь же на придомовую территорию приятно смотреть. Ну, асфальт и был только изначальный. Дому 27 лет, всем безразлично все. И все-таки как удалось получать? Ну, удалось, когда мы услышали, что есть такая программа.
А речь идет о программе формирования комфортной городской среды, которая ведется сразу по нескольким адресам Владивостока. В ее рамках рабочие снимают старое асфальтовое покрытие, укладывают на щебеночное основание новое, а также устанавливают бордюры. Все это делается быстро и так, чтобы устраивало всех горожан. Например, на часовите на 11 люди попросили расширить асфальтное покрытие, чтобы осталось место под парковку. Сказано, сделано. Данная программа – отличная возможность собственникам жилья отремонтировать свои придомовые территории, которые многими годами не ремонтировались, как известно. По программе софинансирования 95% средств выделяет муниципалитет и 5% средств выделяет управляющая компания по договоренности с жильцами. Оплату со счета дома снимают по частям в течение нескольких месяцев. К примеру, в случае жителей по адресу Красного Знамени 91, ремонт придомовой территории обошелся каждому в сумму чуть больше 1000 рублей. Ни за какие дополнительные услуги платить ничего не надо. Земли нужно было, проблем никаких. Бордюры поставить, проблем никаких. Мусор убрать, после себя ребята убрали мусор. Ну просто прекрасно. Поэтому я еще раз выношу огромную, огромную благодарность всем. Напомним, в программу формирования комфортной городской среды 2018 года была включена 21 придомовая территория. Подать заявку могли все желающие управляющие компании, ТСЖ, жилищные и иные специализированные корпоративы, которые были готовы на это небольшое софинансирование. Максим Яковлев, новости на восьмом. В Москве подвели итоги конкурса для журналистов региональных СМИ «Финансовая грамотность населения», который проводил Банк России. В номинации «Серия новостных сюжетов» в эфире регионального телевидения первое место заняла корреспондент 8 канала Катерина Матвеева. Для участия в конкурсе подали заявки 306 журналистов со всей России. В большинстве номинаций первые места поделили сразу несколько человек, работ которых заслужили наиболее высокую оценку. По заявлению пресс-службы Банка России, большое количество заявок может свидетельствовать об актуальности темы финансов среди региональных СМИ. Авторы работ показали высокий уровень журналистского мастерства и знаний в области экономики. Материалы отличают опора на аналитику, обилие комментариев отраслевых экспертов. Катерина Матвеева на тему экономики пишет уже более 8 лет и даже вела специальную программу «Экономический сектор» на 8 канале. Считает, что финансовую грамотность нужно вводить как урок еще в школе, наряду с литературой и математикой. К слову, один из сюжетов, который помог победить в конкурсе Банка России «Финансовая грамотность населения» нашему корреспонденту Катерине Матвеевой, был посвящен новой купюре, которую выпустили в этом году специально к чемпионату мира по футболу. В России новые 100-рублевки появились 22 мая. Из 20 миллионов наш регион выделили 200 тысяч банкнот. Есть они далеко не у каждого, поэтому предлагаем еще раз взглянуть на необычную купюру и, конечно, финансово просветиться. Легендарный вратарь Лев Яшин и маленький мальчик на лицевой стороне. Футбольный мяч в виде земного шара на оборотной. По задумке дизайнеров, композиция символизирует преемственность поколений. Ребенок видит перед собой цель и мечтает добиться признания футбольного сообщества, так же, как и его кумир. Несмотря на то, что это совершенно законное средство платежа, вряд ли у кого-то возникнет желание расплатиться в магазине такой купюрой. Памятная банкнота на то и памятная. Она должна храниться много лет и вызывать приятные воспоминания о чемпионате мира по футболу 2018. Ее интересная самая особенность – то, что она изготовлена из полимерного субстрата. То есть это первая памятная банкнота и вообще первый денежный знак в России, который сделан из полимерного субстрата. Выпущены новые 100-рублевки были 22 мая. Но до Приморья дошли только сейчас. Из 20 миллионов на наш регион выделили 200 тысяч банкнот. А это значит, что будут они далеко не у каждого. Это и понятно. Изготовление таких денег вылетает в копеечку. Купюры не мнутся, не мокнут, не рвутся. Только что горят. Вернее, плавятся. И подделать их практически невозможно. Мальчик держит в руках мяч. Мяч выполнен из специальной краски, которая при наклоне от себя на себя меняет цвет. То есть каждый кубик мячика меняет цвет с темного на светлый. Затем у нас здесь имеются три прозрачных окна. В одном окне мы видим футболиста, бьющего по мячу.
он меняет при наклоне цвет. Это у нас тонопеременный элемент. Если подобрать определенный угол, то форма футболиста меняется с красной на зеленую. На оборотной стороне можно увидеть летящий мяч, символизирующий глобус с выделенной на нем картой России. Чуть ниже перечислены названия всех 11 городов, которые принимают матчи чемпионата мира. Имеется на банкноте элемент, ставший уже традиционным – QR-код. После его прочтения на экране смартфона откроется сайт Центробанка, где можно будет подробно изучить всю информацию о новой купюре. В том числе там описаны признаки ее подлинности. Обменять обычные деньги на памятные банкноты можно в любом коммерческом банке. Однако помните, что за обмен банки могут брать комиссию. Обменяйте. Катерина Матвеева, Сергей Спасибо. Тулатиев. Новости на восьмом. В 60-е годы изучение Земли и космоса вышло на новый уровень. Наладилось регулярное авиационное сообщение между городами и странами. Появились первые снимки с искусственных спутников. Над вопросом, что же представляет собой пространство и какое место занимает в нем человек, задумались и художники. Творческие результаты этих успехов можно теперь увидеть в Центре современного искусства «Заря», где открылся междисциплинарный выставочный проект «Метагеография. Ориентализм и мечты». Робинзонов. Первое, что видит зритель – карты. Такая связь с географией лишает искусства привычных рамок. Здесь представлены самобытные образы регионов России. Выставка демонстрирует широкую палитру методов говорения о пространстве и нашего положения в нем. Проект «Метагеография. Ориентализм и мечты Робинзонов» собрал в себе опыты географов, художников и исторических персонажей. Это теория о том, что пространство не только определяется нами, да, но и пространство определяет наш способ мышления. То есть это взаимодействие нашего образа мысли и пространства, которое вокруг нас, в том числе географического, само собой. Основная часть выставки дополнена локальными особенностями, которые представляют пространственные образы, мифы и героев нашего региона. Ряд экспонатов представлен Приморской картинной галереей. Приморский контекст и его художественные практики во многом определяют характер проекта. В фокусе внимания находятся понятия ориентализма и экзотизма. Ориентализм – это, как известно, особенность, скажем, системы взглядов, да, которые существуют у западного человека в отношении Востока. И тут очень интересный вопрос, да, насколько мы сами себе приписываем какие-то особенности ориенталистические. Один из разделов экспозиции практически полностью строится на приморском контексте. Ключевой здесь становится фигура Робинзона, которым стал Геннадий Невельской. Он представлен героем манги от арт-группы Hero for Hero. На данной выставке внимание дисциплины метагеографии направлено на осмысление географических образов. Образы пространства сопоставляются и анализируются на материале географических карт, произведений искусства, научных и междисциплинарных произведений. Экспозиция задает нам вопрос, да, она не дает нам ответ. Поэтому, собственно, все выставки, обе выставки, которые у нас сейчас проходят, они идут под одним общим вопросом, где мы, да. Часто говорят, что хорошее искусство определяется не его способностью давать какие-то ответы, а его, наоборот, способностью формулировать для нас вопросы. И в данном случае мы стараемся с новой точки зрения взглянуть на то место, где мы находимся, где мы живем, и то, как мы с ним взаимодействуем. Работы, представленные в экспозиции, демонстрируют, что метагеография – это инструмент не только для анализа и способа прочтения локальных мифов и региональных образов. Это новый взгляд на географию. С одной стороны, он говорит, что все пространство придуманное, сконструированное. С другой, утверждает важность образов в понимании пространства и быта таких понятий, как регион, страна, Европа, Восток. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. А Владивосток тем временем готовится к невероятному зрелищу, которого жители приморской столицы еще не видели. К нам приехал и уже почти готов к премьере московский цирк Никулина на Цветном бульваре. Он представляет один из лучших проектов российского цирка. На арене Владивостокского цирка прошла финальная репетиция спектакля «Шоу воды, огня и света». На ней побывала и съемочная группа 8 канала. Подробности в нашем следующем сюжете. Для того, чтобы реализовать спектакль «Шоу воды, огня и света», в наш цирк было привезено 40 тонн различного оборудования на 8 большегрузах. Под манежем цирка сейчас находится более 70 тонн воды, подготовлены водяные и огненные спецэффекты, а под куполом красуется восхитительный бархатный занавес весом в 500 килограммов. Это и есть шоу «Воды, огня и света». Грандиозный, технически оснащенный и продуманный до самых мелочей цирковой спектакль
Плод совместной работы Российской государственной цирковой компании и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Я как артист, которая уже и за границей работала, и на разных площадках, могу сказать, что эта программа просто одна из лучших в нашем российском цирке. Вы сами видите, сколько вообще, какая красота, какая аппаратура. Это совсем другой уровень. Это не работа дивертисмента, когда приезжают вот программы, да, каждый там со своим номером, не в теме спектакля, не в тематике. А здесь, вы видите, у нас у всех очень похожая музыка, написана одним режиссером. Вот световая художественная работа. Все как-то воедино. И поэтому, когда работаешь вот в такой программе, чувствуешь себя совсем на другом уровне. Даже на репетиции наша съемочная группа завороженно наблюдала за работой артистов. Это и гимнасты, которые работают в редких жанрах, и эквилибрист, и артисты-акробаты на колесе смелости, от работы которых просто захватывает дух. Особый шарм всей программе придают клоуны, милые животные и артистичный жонглер со шляпами. Сегодня для нашей съемочной группы только лишь приоткрыли завесу тайны шоу «Воды, огня и света» и показали первое отделение. Второе же отделение во главе с иллюзионистом и его редчайшей элитной хищной птицей – соколом Балаба – является для всех нас большой интригой. Сокол – это талисман нашего иллюзиониста, заслуженного артиста России Анатолия Сокола. Все второе отделение он вместе с Горой будет показывать фокусы. Это иллюзионный аттракцион, не имеющий аналогов ни в России, ни в мире. Это династийные фокусы, переходящие из поколения в поколение. Сочетание артистизма, профессионализма, света, звука, техники и оборудования обеспечивает восторг зрителя и положительные отзывы. Владивостокский цирк приглашает вас на премьеру спектакля «Шоу воды, огня и света» 28 октября в 16 часов. Приятный бонус – самые юные зрители до 3 лет могут наслаждаться шоу совершенно бесплатно. Алина Кузина, Игорь Болтов, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Между тем, мы продолжаем рассказывать вам о том, что удивляло, радовало, а где-то даже шокировало пользователей интернета. Сегодня говорим о самом-самом, что смотрели и репостили по всему миру. Расскажем о необычном китайском фитнесе, покажем танец в невесомости и как голливудский актер поет русские детские песни. Все подробности также у Дмитрия Беломестного в рубрике «В топ-5». Ловушка милоты. В Северном море тюлень заставил дайвера обниматься. Британский дайвер Бен Бёрвилл опубликовал видео, снятое во время погружения в Северном море около архипелага Фарн. На кадрах мужчина обнимается с тюленем, чешет ему шею и брюхо. Тюлень при встрече с Бёрвиллом обхватывает его ластами и крепко прижимается. Затем зверь начинает теребить зубами маску на его голове. Дайвер считает, тюлень таким образом проверяет, достаточно ли плотно она сидит. Судя по аккаунтам британцев в соцсетях, морские животные не в первый раз проявляют интерес к дайверу. Леопардовое безумие. Пожилой китаец придумал оригинальный вид фитнеса. 68-летний Ю Жин Ми занимается фитнесом в образе леопарда. Мужчина придумал этот стиль 18 лет назад. Надев специальный костюм, он имитирует движение животного и очень удивляет прохожих. И так каждый день. По словам китайского дедушки, на это его вдохновили кадры погони африканских леопардов за антилопами. Спортсменка восхитила сеть танцем в невесомости. Дело было на соревнованиях по фристайлу в аэродинамической трубе. Выступление победительницы последнего турнира Кайры По из Сингапура заставило интернет-пользователей писать «невероятно, восхитительно, бесподобно». Выступление Кайры похожее в чем-то на фигурное катание, а в чем-то на синхронное плавание. Девушка непринужденно плавала в потоках воздуха, то взлетая вверх, то вниз, и выписывала фигуры высшего пилотажа. Остается вопрос, как она это делает? «Тили-тили-трали-вали» Брэдли Купер спел «Антошку» и «Фиксиков». На днях голливудского актера пригласили на французское ток-шоу, во время которого он показал, что прекрасно знает русские песни и может им подпевать. Перед съемками Купера попросили составить список песен, которые он слушает постоянно. Во время шоу эти мелодии поочередно звучали в студии. «Мы
слову, любимая женщина Брэдли Купера – российская топ-модель Ирина Шейк. Он научился исполнению песен вместе с их маленькой дочкой. Артист хорошо знает композиции из мультиков, снятых в СССР. Вместе с маленькой Леей он слушает эти песни почти ежедневно. Антошка, Антошка, пошли копать картошку. Чили-чили, твали-твали. Загадочное судно-призрак без людей попало на видео. Житель Приморья снял на камеру перемещение странного судна без экипажа. По мнению автора кадров, шлюпка принадлежит корейским морякам. Мужчина заявил, что сделал эти кадры в заливе «Восток». Походу, корейская шлюпка, что ли? Живых никого не вижу. Известно, что ранее в заливе «Восток» произошел сильный шторм, во время которого сотни корейских шхун пытались укрыться в бухтах залива. Однако некоторые из судов не выдержали удара стихии. Шлюпка, что ли? У нас вообще есть интересно пограничники? Непонятно. Живых никого не вижу. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире 8 канала. Дмитрий Беломестнов, новости на 8. И далее к новостям спорта. Юные хоккеисты Приморья открыли новый сезон ЮХЛ. Соревнования по ездовому спорту пройдут в предстоящий уикенд. Около 300 бойцов джиу-джитсу со всей России приедут на турнир во Владивосток. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Чемпионат юношеской хоккейной лиги стартовал в Приморье. В новом сезоне в соревнованиях примет участие рекордное количество юных спортсменов – 976 игроков из 54 команд. Все это представители Владивостока, Артема, Находки, Большого Камня, Уссурийска и других городов и районов. Хоккеисты разделены на 6 возрастных групп – с 2001 по 2012 годы рождения. Ребятам предстоит сражаться за звание лучших на протяжении нескольких месяцев – с октября по май 2019 года. Матчем открытия нового чемпионата стала игра владивостокских команд «Полюс» и «Адмирал». Хозяева льда в упорном поединке переиграли моряков со счетом 3-1. Следить за расписанием встреч и статистикой юниорских команд можно на сайте местной федерации хоккея. Игры будут проходить практически каждые выходные. Собаки и их хозяева встретятся на краевых соревнованиях по ездовому спорту. 27 и 28 октября на территории Приморского кольца пройдут открытые чемпионаты первенства Приморья по бесснежным дисциплинам этого вида спорта. Традиционные состязания носят название «Приморская осень». В этом году всех проводников и их четвероногих питомцев, как и прежде, разделят на 3 возрастные категории – взрослые, юниоры и дети. В числе участников уже заявлены около 70 ездовых собак самых разных пород – маламуты, хаски, норвежские метисы, немецкие овчарки и другие. Каюры будут бороться за награды в нескольких дисциплинах, где спортсменов будет вести собака и где им придется бежать самим рядом со своим питомцем. Предстоящие состязания – один из этапов национального отбора. Сильнейшие получат право побороться за попадание в сборную России. Открытие этих умилительных стартов пройдет 27 октября в 13:00. Бойцы со всей России встретятся во Владивостоке на крупном турнире по джиу-джитсу. 3 и 4 ноября в спорткомплексе «Восход» пройдут открытые всероссийские соревнования «Кубок Тихого океана». На ковер выйдут около 300 спортсменов с различных уголков страны, а также единоборцы из Китая. Состязания пройдут в 4 дисциплинах – в борьбе невадза, в полноконтактных поединках с шлемом и без, а также в демонстрации технического мастерства. Стоит отметить, что турниры по джиу-джитсу отличаются особой зрелищностью. В этом виде спорта присутствует полный арсенал борцовской и ударной техники, а также используются приемы защиты от нападающего с оружием. Торжественное открытие Кубка Тихого океана пройдет 3 ноября в 11:00. Максим Яковлев, новости спорта на 8. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Олег Кожемяка рассказал о своем самовыдвижении на должность главы Приморья. Он заявил, что будет опираться на все партии, которые предлагают хорошие программы и которым верят люди. Депутаты проголосовали за детей войны. Приморские парламентарии приняли новый закон. Он вступит в силу уже 3 ноября. Система здравоохранения в Приморье требует модернизации, а жители нуждаются в качественных услугах. Основные задачи по развитию медицины обозначил глава региона на встрече с главврачами медучреждений края.
Дворы Владивостока приводят в порядок. Их ремонтируют на условиях софинансирования по программе «Формирование комфортной городской среды». Выставочный проект «Метагеография» открылся в центре «Заря». Он реализован совместно с Третьяковской галереей. Корреспондент 8 канала заняла первое место в конкурсе Банка России. Катерину Матвееву назвали самым финансово грамотным журналистом. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Знать врага в лицо. На подлодке ТОВ будет охотиться американский робот. В сети появилось видео испытаний нового оружия. Робота-охотника на подводной лодке катера «Си Ханте». Американские специалисты работают над ним с 2010 года. Этот проект осуществляется в рамках программы «Беспилотный противолодочный корабль непрерывного слежения». Хотя на кадрах море спокойное, тем не менее катер в состоянии справляться с волнением до 5 баллов. На борту установлено радио и гидролокационная аппаратура, датчики для обнаружения малошумных подводных лодок. Разработчики заявили и о том, что намерены оснастить катер-робот оружием. И тогда он сможет не только заниматься разведкой, но и уничтожать надводные цели. На новый американский вызов российским военно-морским силам смотрим вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракоцкая. Увидимся на 8.